Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами очень обширная тема, потому что мы будем разговаривать о бюджетных находках, то есть о средствах, которые доступны всем и каждому. Б, это будут новинки этой осени от марки Эвелайн, то есть то, что я еще не освещала на своем канале. И С, это будут средства не только для лица, на котором мы все как-то больше акцентируем внимание. У нас сегодня с вами очень много всего для обсуждения, поэтому давайте поскорее начнем. Чтобы мы правильно друг друга понимали, все, что вы увидите в этом видео, это исключительно моя инициатива, то, что я, так сказать, испытала на себе, что-то мне понравилось больше, мне хотелось бы вам порекомендовать, и я сама делаю подборку средств, которые я буду освещать в каждом своем видео, в том числе и в этом. Линейка Viva Organic вышла у Эвелайн гораздо раньше, чем этой осенью. Что это такое? Это линейка Viva Organic, которая состоит на 96% из натуральных компонентов, два разных по текстуре средства, разных по действию, также разных по отдушке. И давайте обсудим каждое из них. Зелененькая – это крем-сыворотка, которая предназначена для сухой, очень сухой кожи. И она идет на органическом масле кокоса и также на био-соке алоэ вера. Также здесь присутствует гиалуроновая кислота и комплекс витаминов А, Е и F. Все, что направлено на интенсивное увлажнение и восстановление такой иссохшейся кожи. Классно впитывается, очень хорошо принимается кожей. И также аромат кокоса долго остается на теле. Если вам это нравится, то вы зацените. Если нет, то, скорее всего, вам понравится и придется по вкусу второй баттер. Это крем-сыворотка, она дает действительно очень крутое увлажнение именно сухой коже. Летом я пробовала пользоваться этой штукой, и этого было слишком много для меня, то есть летом в жару я выбирала чуть-чуть другие консистенции, чуть-чуть другие текстуры, и также как-то вот, как только стало тепло, я переключилась на другие, не настолько обволакивающие отдушки, не настолько вот укутывающие, даже какие-то согревающие. Но сейчас у нас сезон, вы знаете какой, осень и зима, так что я думаю, что как раз очень-очень в тему. А вот это оранжевенькое, это у нас с вами крем-масло для лица и тела. Я наносила на тело на основе органического масла облепихи и также биоэкстракта мумио. Тоже гиалуроновая кислота, те же витамины А, Е, Ф. И я думала, что это будет такое масло, знаете, которое набираешь буквально ложкой, вот такое плотное. Нет, здесь опять же такая удобная в использовании консистенция. Все классно распределяется. Эта штука чуть гуще, чем крем-сыворотка. И также отдушка супер приятная, такая сочно-фруктовая, кисленькая и чуть-чуть сладости, но очень-очень умеренно. И это крем-масло наносится супер приятно на тело, то есть это не баттер, который нужно как-то там разогревать в ладошках, как-то там распределять по телу, какие-то лишние телодвижения выполнять. Нет, все очень классно так плавненько скользит. И я очень люблю в основном все средства для тела, которые создает Эвелайн, в особенности для сухой кожи, вот в таких круглых баночках. Ну и, собственно, неудивительно, что эти мне также понравились. Потом уже в дополнение к этим средствам доехала крем-сыворотка для рук и крем-бальзам. Работающие компоненты те же, то есть масло облепихи и мумиё, масло кокоса и алоэ вера. Помимо того, что указано здесь спереди на упаковке и, конечно же, в составе, я еще и видела масло ши, которое отлично питает кожу, и отдушки здесь точно такие же. Кстати, я не заметила, чтобы по текстуре эти средства были разными, но мне показалось, что крем-бальзам впитывается чуточку быстрее, и также крем-сыворотка дает больше восстановления. И когда вот есть прям такие шелушинки, то вот эта вещь работает чуточку лучше. То есть я бы сказала, что это для ультрасухой кожи, а это просто для сухой. Вот как-то так. То есть если нужно больше питания, я бы выбирала оранжевый, как он там, крем, оранжевую крем-сыворотку. А если нужно просто увлажнение для сухой кожи, то тогда крем-бальзам. Вот как-то так.
Но могу сказать, что тоже Эвелайн делает отменные кремы для рук, и поэтому у меня в любимцах всегда есть какой-то из них. Еще одна категория средств, на которую я не особо люблю тратиться, но без этого я не могу обойтись, а всегда это нужно в большом объеме, в большом количестве, потому что я их или теряю, или не хочу перекладывать из сумки в сумку, поэтому люблю разложить вот везде, где они могут понадобиться. И сейчас у марки Эвелайн вышли бальзамчики под названием Juicy Kisses. Они идут на основе биомасла кокоса, также здесь есть ланолин, который прекрасно восстанавливает вообще не только губы, а любые части тела, очень хорошо смягчает. Помимо этого есть еще и витамин Е, и в каждом отдельном бальзаме есть дополнительные какие-то компоненты. И вот три из них направлены на интенсивное увлажнение, и есть еще и ночная маска для губ. У них у всех разные отдушки и также прикольные названия. Вот первое — это шоколадный крем. Пахнет не просто шоколадным десертом, а шоколадным десертом с апельсином. Помимо основных ингредиентов, здесь еще добавлено масло какао, которое славится своими восстанавливающими, такими защитными, питательными свойствами. Вот это тоже обязательно отправляется в мою косметичку. Как ни странно, кокосовый коктейль на основе кокосового масла и масла ши вот увлажняет, но как бы предотвращает обветривание, когда уже караул, хочется чего-то помощнее. Дальше бальзам с кокосом и маслом манго. Пахнет таким фруктовым коктейлем на основе манго. Очень прикольное. Мне вот это тоже как-то так особенно по душе, потому что я люблю все с манго. Я могу есть манго в любом виде. И вот если где-то хоть чуть-чуть манго, то мне уже сразу заочно нравится. Так что, да, вот эта штучка очень классная, но самое-самое любимое — это питательная ночная маска, которую я наношу даже в течение дня или пока делаю макияж, наношу, и у меня настолько быстро губы становятся мягкими, настолько они как-то вот сразу выпивают эту маску, и она не настолько вот липучая, неприятно липучая, и забыла сказать, как это чудо называется, банановый коктейль, то есть пахнет бананом. И недавно я проверила на Игнате, потому что он начал плакать и говорит: мама, у меня так обветрилось все, мы катались на велосипедах, и у ребенка не губы обветрились, а вот так вот рот вокруг, он все облизывал, 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 и вот разъяренные такие губы, аж подбородок. Говорю: давай нанесем тебе. И, кстати, хорошая идея выпускать не просто в виде помад, а вот таких бальзамчиков, потому что тогда и мужчины могут пользоваться, и мальчики как-то не сопротивляются. В общем, намазала Игнат: ой, как прикольно пахнет бананом. И не поверите, на утро он встал, и не было никаких покраснений, шелушений. То есть очень круто именно восстанавливает. И я еще раз убеждаюсь в том, что зимой просто увлажнения мне недостаточно. Мне вот именно что-то с таким питательным эффектом, да поплотнее. Поэтому неудивительно, что с моей склонной к сухости кожи это вот то, что спасет сухие, прям потрескавшиеся губы. Все остальные бальзамчики для защиты, для предотвращения вот такой ситуации, в которую я иногда хочешь не хочешь, но попадаю. Но если вам просто нужно увлажнение, вы не допускаете таких ситуаций, как у меня, то вам достаточно будет просто вот для предотвращения, для какой-то защиты губ в холодное время года вот этих увлажняющих бальзамчиков. Еще у марки Эвелайн вышла линейка, но я уже не совсем клиент, ну что ж тут скрывать. Называется она InstaCare Skin, которая предназначена для молодой проблемной кожи. Девочка выросла, а проблемы остались. У меня иногда появляются прыщи на лице. И даже не просто, вы знаете, прыщи, а я сама себе что-то надавлю. То есть иногда вот случаются такие ситуации, когда ты хочешь почистить комедоны, то есть забитые поры, закрытые вот эти, и потом образуется воспаление. И оно все не проходит и не проходит. Поэтому я не стала пробовать глубоко очищающий гель для умывания. Простите, я просто не смогу быть объективной в этой ситуации. Но этот гель идет на основе алоэ вера, масла чайного дерева, которое оказывает подсушивающее, антибактериальное действие. И также салициловая кислота очищает поры, сокращает несовершенства и оказывает антибактериальное действие. То есть правильно сказала. И также тоник матирующий. Но я вообще ничего не использую в своем лице для матирования, именно из ухода. И также чего-то, что сужает поры, хотя не мешало бы. Я говорю не о матировании, а о порах.
И здесь также алоэ вера, масло чайного дерева и камбучка. Камбучка это не камбуча, камбучка. Ну, в общем, я попробовала только антибактериальный точечный гель мгновенного действия из вот этой линейки. Здесь и салициловая кислота, и масло чайного дерева, и цинк. То есть эта штука точечного действия. Наношу на само воспаление после умывания, даю хорошо впитаться. И если это ночь, то я еще заклеиваю все пластырем от прыщей. А если это день, и ну вот надо мне накраситься и выглядеть хорошо, но перед нанесением макияжа я тоненьким слоем прохожусь по проблемным местам. И мне понравилось то, что действительно воспаление как-то не развивается в большой прыщ-вулкан, который будет со мной на протяжении там 2-3 недель, а довольно быстро проходит. И нет повторных каких-то воспалений на этом месте. Еще кайфую от того, что нет ожога. То есть иногда бывают средства, наносишь, и потом вокруг все шелушится, такое красное, воспаленное. Я не могу сказать, как эта вещь работает вот именно с такими какими-то глубокими прыщами. Нет, это скорее вот убрала, и чтобы подсушить, и оно там побыстрее заживало. И тьфу-тьфу-тьфу, я уже не знаю, где постучаться тут по дереву, что в последнее время у меня вот таких траблов прям серьезных не было. Где-то раз в месяц что-то появилось, то есть это проходящая история, или я почистила опору на ночь, и мне понравилось. Так что если ищете что-то из недорогого от прыщей, то почему бы не попробовать? Если на вас так же, как на мне, сработает, то, видите, два в одном. И прыщи убрали, и особо не потратились. Дальше расскажу о том, что не предназначено для моего типа кожи. Но мне было очень интересно, и вообще я получила то, чего я не ожидала. Это линейка Face Matte Plus. Мне, кстати, очень нравится и мицеллярная вода, у них там есть увлажняющая, разная. Ну, вообще мицеллярная вода тоже классная. У Эвелайн я не вижу смысла переплачивать, не пересушивает кожу, нет никаких проблем, поэтому отлично. Значит, это отбеливающая пенка для умывания с активным углем. Честно скажу вам, что мне было интересно испытать вот эту вот какую-то черную пену или как это должно было выглядеть. Ну, в общем, я взяла эту вещь с собой в душевую кабину и использовала ее на протяжении недели. И это средство предназначено для жирной и комбинированной кожи. Но немножечко забегая наперед, скажу, что если вам нравится очень сильное очищение кожи, но без ощущения стянутости и вот какой-то супер такой пересушенной кожи, если вы ищете что-то без алкоголя, без парабенов, силиконов и также что-то, что не будет пениться. Меня удивило то, что эта штука не пенится вообще, и при этом кожа очень сильно очищена. То есть я предпочитаю что-то помягче, и у Эвелайн тоже есть, но я знаю, что даже девочки, у которых сухая кожа, вот любят умыться так умыться, а если у вас жирная комбинированная, но не хотите чего-то супер раздражающего, там, когда много пены, и потом кожа, вы знаете, аж трещит по швам, то обратите внимание, и здесь активированный уголь, ниацинамид, который как раз борется тоже с воспалительными процессами, и уменьшает покраснение, и хорошая вещь для каждого типа кожи, между прочим, зеленый чай. Я думала, что это средство для умывания будет черного цвета, я не знаю, почему я себе это придумала. Но, в общем, на самом деле это жемчужно такой стальной красивый цвет, и да, так как я сказала, оно особо не пенится. То есть это и не молочко, которое оставляет после себя какой-то слой, но при этом все круто очищает. Поэтому, девчонки, если ищете недорогое умывание такого плана, как я рассказала, то стоит присмотреться, и приятная душка. Не термоядерная, а прям супер деликатная, и она также не остается долго, она не раздражает. Я приятно удивлена. При том, что я не пациент, мне зашло, я думаю, что я оставлю его на более теплое время года, когда использую прям супер сильные фильтры, обновляю несколько раз в день, и когда хочется прям посильнее умыться, я вот тогда могу использовать даже для комбинированной кожи умывалки такого плана. Класс! Если помните, то в весенних новинках от Эвелайн я рассказывала о таком геле на основе алоэ вера, здесь 99% сока алоэ вера,
И у нас ушла почти вся упаковка. Самые внимательные, кто смотрит мои влоги, видели, что да, я брала с собой в Хорватию и тоже показывала, что пользуюсь им после загара. Это гель, который очень-очень, во-первых, универсальный, а во-вторых, он круто восстанавливает кожу, увлажняет ее. Если вы терпеть не перевариваете, я знаю, что это неправильно, но это моя фразочка. В общем, если вы терпеть не перевариваете всякие масла, кремы, вам лучше гель, но чтобы точно увлажнял. Это вот оно. Также хочу вам сказать, что я попробовала наносить его таким более плотным слоем в качестве охлаждающей, увлажняющей маски, и причем утром очень круто это все работает. То есть, когда сильно заспанный вид, я люблю нанести прям вот не в сам глаз, но где-то захожу на область под глазами и оставляю минут на 15. Убираю лишнее и отменно. Также на волосы иногда под маски использую, под масла, рассказывала вам. В общем, можно использовать после депиляции, после бритья. И да, еще раз говорю о том, что это тоже незаменимый помощник в уходе, если вы любите такие консистенции, особенно летом. Если вы еще собираетесь в отпуск, то обязательно обзаведитесь вот таким гелем, он не будет стоять без использования, так сказать. И также я видела, что мой муж использует этот гель для лица вместо крема. У него более жирная кожа, и ему этого достаточно. И спасибо, что Эвелайн прислали мне новую упаковку, потому что у меня этот гель закончился, и я выбросила пустую баночку еще в отпуске. Сейчас у них вышел, между прочим, я думала, что это гель для душа. Я уже принесла его в ванную комнату, потом прочитала. Значит, что это такое? Увлажняющий, успокаивающий гидрогель для лица и тела на основе арбуза. Но здесь также и алоэ вера, и пантенол, и центелла азиатская, которая хорошо восстанавливает. И аромат здесь просто какой-то свежефруктовый, ненавязчивый. Но в косметике часто и даже в каких-то десертах арбуз пахнет именно так. Мне все-таки на зиму подходят более насыщенные текстуры. Я думаю, что по моим обзорам это понятно. А если вы хотите что-то легенькое, то вот у Эвелайн вышло такое в удобном формате, еще и с помпой. Я, наверное, продолжу использовать, тестировать, когда чуть-чуть потеплеет. Это будет не скоро, но моей коже нужно что-то экстра. И такое я, между прочим, тоже нашла. Это линейка Extra Soft SOS. Действительно, для вот угробленной кожи, можно так сказать, которая требует и увлажнения, и питания, и смягчения, и спасите, помогите, вот красная SOS, вот эта кнопка, которую нужно нажать в таком случае. Я уже давно вам рассказывала, я знаю, что многие приобретали этот крем для ног. Он идет с 5% мочевины, это мощнейший именно смягчающий компонент, увлажняющий, ланолин для шероховатой и потрескавшейся кожи стоп. Абсолютно точно, крем-маска для ног у меня это уже вторая. То есть я прям на ночь наношу супер плотным слоем, оставляю. Если вы можете спать в носках, то нанесите еще и носок. Носок тут наденьте еще и носки. Но мне даже этого достаточно. Вот намазала, и утром ты тоже не плаваешь. Когда куда-то идешь, я не могу. Если я еще ощущаю это на ногах утром, то хочется сразу помыть. Это не та история. Очень-очень круто работает и стоит недорого. И для тела у них также есть баттер из этой линейки. Кстати, он разработан совместно с дерматологами. Для сухой потрескавшейся кожи это интенсивно регенерирующий крем, но его также можно использовать для предотвращения такой вот ситуации. Глубокое увлажнение, регенерация и восстановление, быстро впитывающаяся формула. Согласна, оливковое масло, протеины сои и биогиалуроновый комплекс, ну то есть здесь гиалуроновая кислота. Это уже такой более плотный баттер для тела, но он тоже хорошо распределяется. У Эвелайн всегда удачное средство для тела. Ну вот, если вы посмотрите даже мои ролики 6-летней давности или 7-летней, уже потеряла, сколько я здесь на ютубе, то там очень часто фигурировали и бальзамы, и вот такие масла. Они у них есть разнообразные, с разными отдушками, и это просто вот аромат ухода, нечто кремово-сливочное, но не травка-муравка, не что-то там, что хочется съесть, а просто вот кремообразные такие, знаете. Вот если вы меня смотрите, то знаете, что иногда я выбираю что-то вкусненькое такое подушки, а иногда хочется именно такого, такого, вот. И последнее, что мы с вами рассмотрим, это линейка
которая называется «Корейские ритуалы». У меня тут, правда, крем-гель 30+, ночная крем-маска 55+, и крем-концентрат, заполняющий морщины 55+. Я вот что хочу вам сказать, что вы смотрите на то, чего требует от вас ваша кожа. На лице, на теле, где угодно. Не ориентируйтесь только на то, что написано на упаковке, потому что бывает кожа, которая там в 40-летнем возрасте выглядит превосходно, и ей нужно легкое отшелушивание, какой-то кислотный тоник максимум или просто хорошее качественное увлажнение. Все. А есть девочки, которым 25 лет, и у них уже очень глубокие морщины, которые, ну, просто кремами не убрать. Поэтому смотрим в зеркало после умывания и трезво оцениваем ситуацию. Что нам нужно, чтобы немножечко как-то подрихтовать кожу, и неважно, пусть там будет на упаковке хоть 70+. Главное, чтобы там были работающие компоненты, которые могут решить нашу проблему. Я всегда исключительно за это. Я попробовала в качестве базы под макияж, скажем так, интенсивно увлажняющий крем. Он идет с гиалуроновой кислотой, также алоэ вера, масло кокоса, центелла азиатская и какой-то комплекс, который направлен на увлажнение. Его можно наносить и утром, и вечером, но мне понравилось то, как он разглаживает кожу, как он хорошо помогает наносить последующие средства, там тональный крем и так далее. Он ощущается на лице, то есть это не что-то, что впитывается под ноль, и я бы не сказала, что это крем-гель. Это облегченная версия крема, но в моем понимании крем-гель — это нечто иное. То есть это все же крем, не впитывается под ноль, то есть все-таки ощущается не пленка, нет эффекта парника, но все же есть какой-то защитный слой. Зимой мне такое нравится, у меня тогда не обветривается кожа, она не теряет собственную влагу. Если у вас проблемная кожа, то все-таки кокосовое масло — это, скорее всего, не ваш ингредиент, он может спровоцировать какие-то несовершенства. Я пользуюсь им где-то неделю, сегодня он у меня тоже под тональным кремом, и у меня не было ухудшения состояния кожи ни в плане сухости, ни в плане прыщей, поэтому для меня окей. На этом мы с вами будем прощаться, я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. А также я готовлю для вас несколько выпусков еще о бюджетной косметике, которую я обещала, которую я планирую. У Эвелайн, между прочим, вышел очень-очень классный тон в такой красивой упаковке, но об этом чуточку позже, опять же, потому что ждем, когда он появится не только в Польше, но и в других странах. Ну а теперь будем закругляться. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.